Цех мясоперерабатывающего завода «Телец» выпускает 50 тонн продукции в сутки. Отсюда она поступает на прилавки магазинов по всему Пермскому краю. Сейчас предприятие закупает мясо у сельхозпредприятий Осинского, Куединского, Кунгурского, Ординского районов. Растущий спрос требует все больше сырья. Для этого в феврале «Телец» приобрел агрокомплекс «Кунгурский», выставленный государством на торги. Во-первых, агрокомплекс – это есть возможность выращивать собственное мясо и контролировать его, начиная от кормов. Агрокомплекс «Кунгурский» среди крупнейших в регионе предприятий агропромышленного комплекса. Молочные фермы и откормочники расположены в 13 населенных пунктах. Здесь содержится более 8 тысяч голов крупного рогатого скота и свиней. К 2013 году в Шадейке будет построен убойный цех и мясоперерабатывающий завод, рассказывает новый руководитель агрокомплекса губернатору Пермского края Олегу Черкунову. Весомую поддержку оказывают субсидии краевого бюджета за произведенное и проданное молоко и мясо. Поэтому наша задача сейчас вот этой государственной поддержки удержать предприятие на том уровне, который бы позволял сохранять рабочую силу, которая не будет деградировать. А в дальнейшем задача инвестора – сделать этот бизнес прибыльным. С объединением агрокомплекса «Кунгурский» и мясокомбината «Телец» в Пермском крае образовался крупный холдинг, включающий всю цепочку – от животноводства до мясопереработки и выпуска готовой продукции. Ею с гордостью угощают губернатора. Настолько то, что мы сегодня едим, отличается от того, что мы ели в 90-е, да? Вкусно. С приходом нового собственника в агрокомплексе начались серьезные изменения. Руководство сразу выделило деньги на ремонт коровников, а заработная плата рабочих увеличилась на 10%. Сегодня агрокомплекс «Кунгурский» обеспечивает работой почти 500 человек. Люди, беспокоившиеся за себя и судьбу родного предприятия в ожидании нового собственника, теперь спокойны. Работы хватит на всех. Собственник действительно продвинутый. Будет наша Шадейка процветать. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.